двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с такими тройниками углами. Посмотрим, что ими можно соединять, не только ПНД-трубу. Так что вам всем приятного просмотра. Поехали! Конечно, в первую очередь углы эти предусмотрены для ПНД-трубы. Но есть здесь небольшой косяк. Ну, собирается, конечно, все элементарно просто. Тут не нужно иметь 5 высших образований. Собрал, закрутил. Но самый большой дефект и самая большая проблема – это ее изгиб. Ну, например, вот. Как видим, она неровная, но можно, конечно, поднагреть, может быть, она подвыпрямится, но идеально ровной она все равно не будет, то есть будут какие-то изгибы. А нам с вами нужно сделать идеально ровный угол под 90 градусов. Ну, бывают же всякие ситуации. Для этого мы снимаем. Выкидываем трубу. Берем с вами полипропиленовую трубу, в моем случае это 25-я такого же диаметра, с ровным отрезным краем. Но край необходимо, как и на ПНД-трубе, зачищать. Для этого есть специальные зачистки, но можно сделать, конечно, и ножом, потому что мы все-таки в домашних условиях делаем. И не у каждого имеется специализированный инструмент. Ну, у меня тоже, кстати, нет. Это делается для того, чтобы не повредить резинку. То есть закругляем. Ну и можно наждачкой немножко прям самый край обработать, чтобы это выглядело примерно вот так вот. Наша труба отлично входит, вот как видите, да, вот так вот. И со второго края поступаем аналогично. Я даже на большом куске показываю. А на ПНД-трубе на таком куске вообще был очень большой изгиб. И теперь мы с вами видим, что у нас труба соединена и имеет четко ровную линию. Я, между прочим, пользуюсь сам водопроводом в водопроводной системе. 4 бара держит прям отлично. Аналогично можно продолжить и собрать систему нашу дальше. Вот у нас с вами целый узел собран. То есть здесь четко будет 90 градусов. В подвале у себя я собрал такую же систему. На полипропиленовой трубе 32-я. Как видно, здесь вот ПНД-шка, она кривая. 32-ю вообще было невозможно выпрямить. И мне нужно было сделать прямые участки, чтобы подсоединиться. Пришлось вот таким образом выходить из ситуации. Отрезал одинаковые отрезки. Я сейчас за кадром соберу, покажу, как будет выглядеть с ПНД-трубой. Вот, друзья, вот так вот выглядит. Вроде тоже 90 градусов собран угол. Трубочки наши, как я и говорил, той же самой длины. Чуть даже, может, длиннее. То есть 90 градусов, как видите, нет и не будет. Да, это можно усадить какие-нибудь стяжки, там, растянуть. Но это все равно не будет ровно. А так, с полипропиленовой трубой будет это классно. Пользуйтесь. Друзья, также увидел интересный способ соединения ПНД-трубы пайкой. Но сразу говорю, это не для квартиры, не для дома, а чисто для дачного варианта. В общем, дело остыло, уже такое тепленькое. Попробуем на излом, как он себя ведет. Смотрите. Причем обломался, видите, как сам пластик, то есть пайка осталась на месте.
Да, для летнего водопровода, уличного водопровода, может быть, и подойдет. Но не для внутреннего точно. Как идея, как вариант, может быть. Друзья, у нас с вами получился такой вот небольшой коротенький ролик. Никого, конечно, ничему не учу, просто показал, как пользуюсь я, что показывают другие. Попробовал, вам показал свой личный опыт. Надеюсь, кому-нибудь было полезно, кому-нибудь понравилось. Если понравилось, обязательно палец вверх, пишите ваше мнение. Также не забывайте подписаться на канал. Это очень важно для меня. Вам же я желаю всем крепкого-крепкого здоровья, всего самого наилучшего. И до новых встреч. Пока-пока.